Свежее фото Тины Кароль рядом с Даном Баланом всколыхнуло сеть. Как передает Политека.нет, фото артистов, о романе которых говорят уже не первый год, появилось на странице проекта «Голос страны» в Инстаграм. Это произошло, Дан Тина возвращается. Дан Балан станет советником Тины Кароль на нокаутах уже в это воскресенье, написано в посте. На фото Тина Кароль в элегантном платье сидит в тренерском кресле, а рядом с ней примостился Дан Балан. В новом выпуске молдавский исполнитель станет советником певицы. Любимый сериал. Год продолжения ждали, наша кенгуруш-пара, да наконец-то, ну классные же новости, да. Сериал начинается, захватили попкорн и ждем. Но Дана очень рада видеть, Дан, это любовь, любимый Дан. Ждем они невероятная пара, отреагировали на снимок в соцсети. Отметим, о романе Тины Кароль и Дана Балана начали говорить во время 9-го сезона шоу «Голос страны», где они были в роли тренеров начинающих вокалистов. Однажды артисты даже прокомментировали интересующую многих тему. Так, на вопрос между ними все еще ухаживание или уже роман, артист ответил: «Роман, конечно. Роман, написанный рукой гения,